Всем привет! И сегодня у нас суббота, 23 апреля. И сегодня у нас наступил наш день, которого я ждала почти год. И я сегодня еду на выставку фиалок очень далеко. Это будет проходить в Бойлстоне. Это где-то 2 часа езды. Но даже если это так далеко-далеко, я все равно не могу пропустить подобные события. Это у меня первая фиалковая выставка в моей жизни. У меня довольно много ожиданий, очень волнуюсь. Хочу, чтобы получилось все именно так, как я себе представляю. Надеюсь, что я куплю те сорта фиалок, которые я так хочу. В общем, я как бы знаю, что ожидать, и не знаю, что ожидать. Такое вот состояние волнения. И теперь следующие 2 часа я проведу за рулем. И как приеду, постараюсь заснять все, что там я вижу, как все проходит, рассказать о всех подробностях. И я удачно доехала до Таунхилл Белл, короче, до ботанического сада, где будет проходить шоу. Здесь абсолютно шикарно. Сам въезд был такой весь парадный, с большими дверьми. И сейчас я вам покажу, как здесь все выглядит. Я припарковалась, и вид из моей машины просто шикарный. И сейчас пойду туда. Там должна быть выставка. Весной просто потрясающие флоксы, цветут настоящим ковром. И сразу, как я только подошла к выставке, я увидела, что судьи работают, они оценивают цветочки и также рассказывают, что с цветочком так, что не так, какой цветочек потрясающий, какой не очень. Очень было довольно развлекательно смотреть, что они рассказывают. Я вам немного рассказала, что они делают. И дальше сама выставка. Я постаралась заснять вам все сорта фиалок с названиями, чтобы вам было сразу понятно, что это такое. Ну и потом это всегда интересно знать, что это за название. Вот, так что смотрите. Только были оптимеры, фиалки мои самые любимые, потому что за ними очень легко ухаживать, и они классно цветут. То есть вот это меня прям повергло в восторг. Единственное, что здесь не было очень красивые пестролистные фиалки, но в остальном все было интересно.
И вот эту вот фиалочку Kentucky Gooseberry я хотела купить одно время себе, потому что мне очень нравится, как она цветет розочками, но она не пестролистная, и это меня, в принципе, остановило. Но так мне очень понравилось. Очень красиво были вот эти аранжировки. Смотрите, там Sierra Sunrise внутри. Ну, просто такая идея классная, как они все это организовали и построили такие красивые кибаны. Или флорариумы, я не знаю, как вы их называете. И тут тоже очень интересные такие выставки. Здесь они почти закрытый флорариум, но у него только одно открытое горлышко. И был другой зал тоже с фиалочками. Тут тоже были очень красивые. Вот понравился очень Key Lime Treat. Такая пестролистность красивая. И вот эта вот фиалочка. Сначала все подумали, что это то, что я ищу. Cheryl Ann. Но я искала просто Ann, не Cheryl Ann. И другие были интересные. Здесь тоже очень были классные пестролистные вот эти вот цветочки. Смотрите. Таких я вообще еще ни разу не видела. Было так интересно. Сам ботанический сад, это то, где проходила выставка, был просто необыкновенно красивый, поэтому я решила сделать небольшую прогулку по саду, показать вам всю красоту. Если честно, то шоу оказалось не таким грандиозным, как я ожидала. Но я все равно прикупила кучу всякого-всякого. Купила смесь для африканских фиалочек. Купила горшочки двух размеров. Как раз у меня таких не было, потому что иногда нужны горшочки поменьше, иногда побольше. И вот такие цветочки я купила. Ann я не нашла. Я тоже не нашла, но я купила абсолютную красоту. Вот это вот новый вариант, это белый тигр. Классный очень сорт. Ну и потом взяла просто, что понравилось. Приеду домой, расскажу подробнее. Вот, так что закруглилась я гораздо быстрее, чем думала. Выставка была очень какая-то, ну, не так, как я себе представляла. Но все равно я рада, что я здесь побывала, и, скорее всего, я сейчас еще прогуляюсь по саду, потому что я уже заплатила за вход. То есть надо бы посмотреть, что тут за красота такая. О, вот эта магнолия. Я всегда так хотела вот такое дерево, но почему-то я его никак не посажу. Оно еще не совсем распустилось сейчас, но когда она распустится, это будет все такими огромными розовыми лилиями. Просто супер красиво. И на этом я уезжаю из ботанического сада. Нагулялась, насмотрелась, все было очень красиво.